Доброе раннее утро, друзья. Сегодня 14 августа 2022 года, и я продолжаю серию своих рассветов. Я в Алуште, на центральной набережной. С вами канал «Дневник коренного крымчанина». Сейчас 5 часов 45 минут. Сейчас я вам все покажу. Удивительно красивое небо. Великолепное действие природы. Это рассвет, восход солнца. А на берме идут работы. Шлифовка. И вот там за облаками солнце. Горизонт окрашивается в красно-розовые, оранжевые тона. Спокойное море сегодня, штиль. Сейчас я сделаю круговой обзор. Но небо затянуто облаками. Друзья, вот так вот выглядит ранним утром Алушта. Сейчас с вами спустимся к морю. Вода чистейшая. Каждый камешек видно. Друзья, солнышко уже поднялось из-за тучи, из-за горизонта. Яркое солнце. Сразу все озарилось, а лучше залито солнечным светом. Солнце вышло уже, видно диск. Удивительный рассвет у нас получился сегодня. Погода в Алуште просто шикарная. Катер подошел на морскую рыбалку. А мы сейчас с вами пройдемся по набережной и зайдем на городской пляж. Посмотрим эти великолепные виды. Раннее утро. Фонтан еще не работает, но солнце уже достаточно высоко. Это визитная карточка нашего города. Ротонда в лучах восходящего солнца. Очень красивая ротонда, солнце. Восходящая и золотая дорожка. Великолепное зрелище. Доброе утро.
Доброе утро. Конечно. Ребят, на пирсе уже рыбаки сидят. Золотая дорожка побежала по морю. Городской пляж. Штиль полный. Ребят, ну вот такой рассвет сегодня у нас получился. Горизонт, конечно, был затянут облаками. И вот солнце уже встало над горизонтом и осветило Алушту. Девушки делают селфи. Для Инстаграм? Нет, для себя. Для себя? На память. Ясно. А издалека приехали? С Мурманска. Ну, почти рядом. Да? У меня канал на Ютубе называется «Дневник коренного крымчанина». А, я видела. Я сегодня решил снять рассвет, но рассвет по своей сути, он всегда великолепен. Можете сфотографировать? А, записывай. Сейчас я вас фотографирую, сейчас я камеру выключу. Девушка приехала из Мурманска. А часто приезжаете в Крым? Да, каждый год. У меня бабушка живет. Здесь? Ну, рядом с Алуштой. Ясно. И у вас такой очень бюджетный отдых получается. Не надо платить за жилье, да? Ну, разнообразим немножко отдых. А родились здесь или? Нет, в Мурманске. Мурманске, да? Доброе раннее утро. Вот я смотрю, вы тут снимаете тоже великолепный рассвет. Решили поснимать сегодня, да, тоже рассвет. А скажите, пожалуйста, откуда вы приехали? Мы с Челябинска. Хороший город. Там же самые крепкие парни в Челябинске. А скажите, пожалуйста, остановились где вы? Частный сектор или гостиница? Мы это, квартиру. Ясно. А скажите, высокий сезон. Сколько сейчас ценник? Ну, так как мы приехали еще в июне, мы с июня по... Мы же давно здесь. Да. Ясно. Так вы уже... Так вы уже почти как местный житель. Да, да. Мы сняли сразу на 3 месяца, поэтому мы обговаривались. Скидочка была. Да. Ну, понятно, хорошо. Ну, получилось у нас где-то за сутки 2000. 2-2,5. Вот так, так и говоря. Вот такой теперь немаловажный вопрос. А как вы добирались? Поезд? Нет. Или самолет был, да? Из Челябинска в Москву, из Москвы до Сочи, а потом с Сочи уже на машине 12 часов сюда. Тяжело, ребят, ну получается так, что вы сделали такую еще для себя путешествие небольшое, да, 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 по городам. Ну да. Ну если бы, конечно, все самолеты, вернее, аэропорты работали, было бы гораздо легче. Но эта дорога немножко утомляет. Не все. Выдержит. Мы еще хотели и тещу взять с собой. Да. Ну конечно, дорога тяжело. Тяжеловато. Тяжело. Для нас нормально, ну а для взрослого человека уже чуть. Ну, вот бытует такое мнение, что люди как бы садятся на самолет, прилетают в Сочи, там в Адлер, смотрят на море и уже больше никуда не хотят идти. Но многие, вот вы и многие другие зрители моего канала все-таки предпочитают Крым. Да, так как ЮБК. Мы его полюбили. Да. Мы в прошлом году были в Гаспре, отдыхали там, поэтому мы решили в этом году уже Алушту. И, возможно, будем, да, каждый год посещать каждый Крым. Год, да, будем какой-то новый город открывать для себя. Да. Потому что Крым своеобразен по-своему. И везде, в каждом городе. У нас был выбор. Свои. Таиланд, Турция. Но мы решили Крым. Крым наш. Крым наш, да. Свой родной, любимый. Будем это. Незабываемый. Спасибо большое. Спасибо. Хорошего вам отдыха. Вам хорошего дня. Вам тоже хорошего дня, да. Сейчас 6:30 утра. У меня часы немножечко спешат на 4 минуты. 35 минут 7:00.
Море сегодня просто великолепное, спокойная вода, прозрачная. Каждый камешек видно, и посмотрите, сколько людей купается в эти утренние часы. Море так и манит. Ну вот так начинается новый день. Небо великолепное. С вами канал Дневник коренного крымчанина. Подписываемся на мой канал, на Яндекс.Дзен и также телеграм-канал. Еще будет много интересного. Но рассвет сегодня был великолепен. Это чудо природы. Всем удачи и добра. Еще увидимся. Пока-пока.